Здравствуйте, это программа «Перекресток». На этой неделе Череповецкое музейное объединение празднует 125-летие со дня образования. У нас в гостях историк, краевед Эльвира Риммер. Эльвира Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, вы-то уж все знаете про все 125 лет музея. Открытие, правда, было 12 апреля музея в Череповце? Или, как всегда, это где-то приблизительная дата или первое упоминание? Ну да, в общем, можно сказать, первое упоминание, что ли. То есть было даже не само открытие музея именно, а открытие первой экспозиции музея в 1896 году, 31 марта по старому стилю, то есть по новому стилю получается 12 апреля. Вот мы празднуем уже не первый год. Если говорить сначала, то отмечали юбилей музея по тому дню, когда был вынесен Думой там указ, что ли, об образовании в городе музея. Ну вот я знаю, что в 1945 году праздновали 50-летие музея. Что тогда в музее было? Что показывали? С чего начинался музей? Начинался музей, вот основателем его был Иван Андреевич Милютин, как всегда, да, вот спровоцировало это основание вот такое событие, как приезд четырех великих князей, то есть представителей дома Романовых, людей очень молодых, очень любознательных. Еще Гоголь в свое время советовал вот таким молодым князьям, будущим правителям империи, проездиться по России, и вот они отправились по Мариинской водной системе в 1878 году. То есть, если говорить о начале музея, это можно назвать 78-й год, а может быть даже и раньше. Мы бы хотели, чтобы наш музей был древнее, но, во всяком случае, вот Елпидифор Васильевич Барсов и Милютин начинают с 1878 года, то есть с приезда вот такой делегации. Их сопровождал граф Уваров, тот, что возглавлял Московское археологическое общество. Очень известный в те времена историк Константин Бестужев-Рюмин, экономист, новгородский помещик Качалов, ну и ряд других, и даже адмирал Арсеньев. То есть вот такая представительная делегация высадилась в Череповце к их приезду. Естественно, Милютину об этом сообщили заранее, очень готовились в городе, устроили промышленную выставку, потому что князья должны были знать, что вот этот край вообще, чем он богат. Важен, богат, да, что он производит. Поэтому главное – это вот промышленная выставка, которая, как потом отметил адмирал Арсеньев, который оставил записки по этому путешествию, что она была отлично комбинирована и мастерски показана городским головой Милютиным. Так что Милютин тоже работал иногда экскурсоводом. Вот. А вторую выставку археологическую он устроил наш земляк, фольклорист Елпидифор Васильевич Барсов, у которого в деревне Ольхово, она сейчас на дне Рыбинского водохранилища, к сожалению, был свой дом, он там очень часто жил, совершал поездки по деревням и селам Череповецкого уезда, собирал разные древности. Вот, но те вещи, которые он сюда привез, были вот не местного происхождения, а он купил их у волоколамского исправника за довольно большую сумму. И когда к нему обратился Иван Андреевич, то он и привез вот эту вот коллекцию, чтобы показать великим князьям, что она, в общем, содержала вещи, как написал, опять же, адмирал Арсеньев, любезные ко вкусу великого князя Сергея Александровича. Вот такие две замечательные выставки. В общем, князьям все очень понравилось в Череповце, и Милютин, и, в общем, на радостях думцы, собравшись, правда, уже чуть позднее, 5 октября, вот этот день тоже можно считать днем рождения музея,
вынесли постановление, что надо, видимо, в городе открыть музей, раз вот они тут так могут показывать это гостям таким высоким. Так что вот с этого начинался наш городской музей. Сейчас несколько зданий у музея, а где был первый музей? Да, вот дальше нам все рассказал Елпидифор Васильевич Барсов. В общем, чтобы написать историю музея, я в свое время поработала в архивах. Вот, в частности, в Государственном историческом музее, там есть такой отдел письменных источников, там есть фонд нашего земляка Елпидифора Васильевича Барсова под номером 450. И вот он пишет, что вот к нему обратилась Дума, вот с этим постановлением Иван Андреевич Милютин, не поможет ли он своими знаниями, энергией открыть в городе музей. Вот. И Барсов пишет, что, зная цену вот таким патриотическим начинаниям, возникшим, как он пишет, в силу случайных причин, вот случайно приехали сюда великие князья и спровоцировали тут открытие музея, да. В советское время это вряд ли бы такая теория прошла. Там принято было говорить, что вот капитализм, значит, промышленность развивалась, поэтому нужны были музеи. Может быть, оно и так, но вот в данном случае, как писал об этом очевидец, в общем, Елпидифор Васильевич Барсов, музей возник в силу случайных патриотических причин. Вот. И что он решил положить основание этому музею вот этой своей собственной коллекции. Хотел от Ивана Андреевича Милютина и от Череповецкой думы только одного, чтобы было готово приличное помещение. Но когда он приехал в Череповец, то это помещение его очень сильно огорчило. Вот. В общем, он нашел его и неудобным, и небезопасным, и оставил эту свою коллекцию в учительской семинарии, потому что директор этой семинарии Сполотов был ему знаком хорошо и был даже его другом, поэтому он был уверен, что эта коллекция никуда не денется. В общем, хранилась она себе в учительской семинарии, иногда ее брали в Думу, показывали каким-нибудь гостям. В общем, вот такое перемещение для музея, это вот, как вы знаете, в музеях ничего руками не трогать, а тут то туда, то сюда, естественно, люди находятся, которым какие-то вещи нравятся, в общем, все это начало пропадать, и довершил гибельное дело пожар в 1891 году, и считалось, что коллекция Барсова исчезла, а коллекция была богатая довольно. Ну вот опять же, когда я поработала в отделе письменных источников в Государственном историческом музее, то поняла, что не все исчезло, слава богу, что у нас есть парсуны, вы наверняка их и жители нашего города видели в нашем художественном музее, их срочно достали из фондов, отреставрировали, и вот с тех пор они давно уже у нас выставлены в экспозиции художественного музея. Вот, но музея-то как такового, получается, не было, да, и тут появился в городе преподаватель Николай Валерьянович Подвысоцкий, который тоже всегда собирал археологические коллекции. В те времена вот это слово не так понималось, как теперь. Для нас археология – это то, что нашли в земле, а в те времена это вот старинные вещи, в общем-то. Антиквариат, то, да, что сейчас у нас называется. Антиквариат, да. Вот. Он тоже это все собирал, у него была прекрасная коллекция, он преподавал естествознание в учительской семинарии, он собирал еще всякие гербарии, окаменелости, в общем, замечательная у него была коллекция. Он решил все это вложить в наш музей. Вот часто говорят, вот тут вот только вроде того, вот те, кто тут родился, патриоты. А тут, как писала газета «Неделя», человек всего полтора года живет в городе и вот настаивал на том, что надо в городе, город-то культурный, столько учебных заведений, а музея нет. Безобразие чистое. Ну и вот благодаря ему в 1896 году, то есть то, с чего мы с вами начали, 12 апреля по новому стилю, да, в здании Народного дома на территории Соляного парка, то есть Милютинского сада,
вот в здании, которое носило такое красивое название «Соляной городок», потом это «Народным домом» называлось, там театр был. И небольшая комнатка, 15 квадратных метров. Вот читаешь, когда очень обидно за музей. Вот такую ему комнатку в театре определили. То есть театр, музей, в общем, все одно и то же. Как бы вот такое открытие. Был период в истории Череповца, когда это был губернский центр. Естественно, это накладывало определенные обязательства на город. И как-то это сказывалось на работе музея и на развитии музея? Очень даже сказывалось. Вот я опять же про Милютина Ивана Андреевича, который всегда считал, что Череповец должен быть губернским городом. Так вот, революция, как ни странно, помогла сделать Череповец губернским городом. Голод, Новгород далеко, губернский центр. В общем, отделились 5 уездов. И для музея это было нашего, конечно, хорошо. Когда губерния, у тебя больше прав, у тебя обширная территория. Поэтому все, что там находилось, поступало в наш губернский музей. И вот в 1918 году чекисты череповецкие, как вот писали очевидцы, арестовали в Белом озере баржу. А там, значит, владелец этой баржи, Абамелек Лазарев, в те времена очень, ну, в дореволюционный очень богатый человек, капиталист, предприниматель, как теперь бы сказали, пытался вывести это все за границу. А он местный, наш земляк? Нет, да, просто проезжал по Шексне и, в общем, вот шел Белым озером за границу, хотел попасть в Петербург, ну, Петроград в то время. Вот так чекисты наши бдительные все это заметили, баржу арестовали. Правда, к сожалению, вот в те времена, странная история, ну, видимо, время такое было, скрывали все это. В общем, вещи разошлись по Белозерску. Ну, не все, конечно, что-то осталось на барже, но все-таки что-то так уплыло тоже из этой коллекции, как я понимаю. Во всяком случае, об этом говорят документы, которые хранятся уже в нашем городском архиве. В общем, директор нашего музея Яков Терентьевич Богачев, очень интересная личность, очень интересный он социал-революционер был, а ему надо было быть большевиком, но поначалу использовали всех, кто хотя бы грамотный был, да, для работы в музеях. Их называли спецами, и вот такой вот специалист оказался в нашем музее. Это в 1926 году. Он предпринял, ну, в общем, все, что мог для того, чтобы из Белозерска всю эту коллекцию Абамелек Лазарева в свой музей губернский получить, и добился своего. Там, правда, еще долго шла переписка, некоторые вещи, ну, они, может быть, не такие уже и ценные, там картина какая-то, еще что-то. Все-таки Белозерске они остались. Все остальное поступило в наш город. И теперь наш музей обладает вот такой, ну, богатой очень коллекцией художественной бронзы на зависть даже многим областным музеям. Годы войны, это не единственная коллекция. Да. Предвоенные годы, годы войны. Как Череповецкий музей существовал? Но это уже вновь стал город областного подчинения. Ну вот до войны, да, в общем, в 1938 году директором музея был назначен Корнелий Константинович Морозов, которого наверняка еще некоторые жители Череповца помнят, который потом получил орден Ленина уже после войны за музейную работу. А вот, как мне известно, всего два директора в Советском Союзе имели орден Ленина именно за музейную работу. За такую работу редко давали ордена. Вот, да еще такому вот провинциальному, в общем-то, директору. И вот в годы войны тоже он проявил, ну, просто герой такой. Вот, в 1943 году, в самый разгар войны, да, в научно-исследовательском институте культуры была издана брошюра, которая рассказывала о том, как героически работал наш музей во время войны. То есть все, что он накопил до войны. А в свое время здесь был создан музей природы,
Это всякие вот гербарии, геологические коллекции. Вот, то есть музей хорошо знал, где запасы полезных ископаемых, какие, да, где какие вот растения, которые можно использовать как лекарственные, в пищу. Например, в музее даже вот жена Морозова, да их двое всего работало в музее, Клавдия Михайловна Бухарина, проводились даже такие вот занятия, сейчас бы сказали мастер-классы, как из этих вот таких растений что-то можно приготовить. Вот Клавдия Михайловна готовила такие вещи. Вот геологи, как написано в этой брошюре, 60 геологов день и ночь работали в музее, изучали вот все эти коллекции и вот пути их использования, да, в том числе и для оборонной промышленности, вот что можно для производства орудий. Мы же знаем, что край наш богатый железной рудой, и еще в свое время Подвойский, он был особым уполномоченным по Череповецкой губернии, говорил, обращаясь к жителям губернии, что стоит, дескать, копнуть лопаткой, богатства там прямо вот в земле лежат, надо уметь ими пользоваться. Вот в годы войны, вот и музеи в том числе, доказали, что действительно здесь выжить можно. Источник информации, музей, да. не только эстетического, да, наслаждения, да, знакомства, да, с историей. А вы через все вопросы мои вспоминали Милютина. И многие горожане ассоциируют, так скажем, ренессанс и возрождение имени Милютина именно с вами. Как вот вам пришла идея все-таки актуализировать этого героя для Череповца, на самом деле героя, который, подвижника, который очень много сделал, но был так вот несколько забыт? Я пришла в музей в 1969 году, когда директором был вот этот самый Корнелий Константинович Морозов. Прямо такая икона, которого надо было слушать, смотреть на него всегда было очень интересно. Он же еще был артистом в Народном театре. У него много всяких способностей. Говорят, хороший был артист и экскурсии вот соответствующим образом водил. И мне, к счастью, повезло. Мне дали отдел дореволюционного прошлого Череповца. Да? Конечно, самая яркая фигура – это Иван Андреевич Милютин, который вот странно, то ли из мещан, о нем писали, что он и из крестьян, купец, да, вот начинал так трудно, почти не имел никакого образования. И вот так вывел город в число таких вот культурных городов, открыл здесь столько учебных заведений. Но прежде чем открыть их, он развивал промышленность, свое собственное дело, то есть он стал богатым и мог как-то вот из этих доходов благотворить, что ли, на город. Вот тут практически все появилось благодаря Ивану Андреевичу Милютину, в том числе и наш музей. Если в нашу историческую дату сегодня, в праздновании 125-летия, говорить о том, как вы видите развитие дальнейшего музея, если помечтать, всегда мы говорим, что мы будем через 10 лет. Прежде чем написать эту книгу «Историю музея», я все-таки почитала там других директоров, там Крейн такой знаменитый, Пушкинский музей, да, ну и другие, ну вот они писали о том, что, ну и я считаю, я уже вот говорила, что главное, чтобы он был всегда. А наш музей, вот раз возникнув, как говорил Крейн, музей, в общем, не может исчезнуть. Спасибо. Сходите обязательно в музей, поздравьте музейных работников. 125 лет Череповецкому музейному объединению. На этой неделе мы празднуем. Эльвира Риммер, историк, краевед, была у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, вам удачи. Это была программа «Перекресток». Увидимся. Спасибо.